Честь. День добрый. Мам на имя Ольга и есть из Беларуси. Но в этом году я закончила магистратуру в Польше, в красивом городе Гданьске. Для изучения польского языка я выбрала школу иностранных языков «Полиглот». Конечно, знание языка пригодилось мне и в оформлении документов, и в учебе, и в общении. Но, конечно же, были и проблемы, например, связанные с разницей менталитетов. Но знание языка и знакомство с местной культурой помогло мне справиться с адаптацией в новой стране. Я искренне благодарю школу «Полиглот» за эти знания. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Gdańska. Cześć!